Сегодня у нас 18 июля 2015 года. Вот здесь вот у нас детский православный лагерь «Стан» возле Потеряевки. Вот он. И здесь мы устроили, Игнатий Иванович сделал для молитвы, когда было много мошек, комаров. Вот. Но так как здесь стадо коров проходит, сейчас спросим. Основная причина, что они делают. Иначе, что вы делаете? Ну что сделаем? Наш мошкара заезжала, тут комары. Вот сделали молитвенную площадку. Все нормально было. Но оказалось, что тут рядом он озеро, его даже видать. Пруд. Пруд Костровый, так называем, был Симаковский. Ну и коров, когда напоят, быки, они подходят, им чесаться надо. Руку-то, рук-то нет, где-то накусают пауты. И они начинают это ломать. Вот она у нас, видишь, повышена была площадка, они это все разбарабанили, вон оно уже как на скат пошло. Дальше здесь приходят, они тут оправляются. Ну тут столбы здорово закопаны. Удержалась, но дальше она не может держаться. Это бык. Вот мы сейчас решили загородить. Жерди привезли. Копаем ямки. 8 надо ямок. Вот она какие ямка. 70 сантиметров глубины. Ваня, сколько выкопал ямок? Три. А ты сколько? Вторую. Да. Вот и разница. Две не выкопал. Я померил, так подходит. Никита там, Виктор съездили, с девчонками привезли. В прошлом году мы пилили клены. Там лежали. Они сейчас надо срочно просто скорее ошкурить. И поставить. Ошкурить на метр. Смола вон у нас висит. Осмолим мы это. Ну смола, отработка тракторная это. Прибьем жерди. А тогда уже вверху все это можно будет ошкурить до конца. Он ошкурит уже, нормально у него идет, Никита. Вот сейчас надо копать. Вот жерди, видишь, принесли, лежат жерди. Раз, два, три, четыре жерди. Нам четыре и надо. Но если телята маленькие будут лезть, для них еще надо будет здесь загородку сделать пониже. Может быть, еще четыре жерди. Вот куда у нас материал этот идет. Но она длинная жерди, она может даже из нее и две получится на боковинку. Вот сейчас сделаем. Тут дальше. Начал дальше вести, а там какой-то железный короб. Тут же башня водопорная была. Вот бегали за ломиком, подолбил, кое-как раскопал. Там внизу идет, даже видать, железо. Вот он. Ну смотри. Вот она, видно, нет? Да, видно. Вот она, железка. Ну и туда кое-как. Теперь надо, чтобы вот этот упор был к ней вплотную. Потом прибить. Они вон что делают, быки-то? Подошли, разворачивают. Вот он у нас идет. Уже разрушение началось. Это крапиву с корнем выдирали, а сверху засыпали. Ну какая она? Ее колупня, она все и ушла. Если Господь благословит, тут не заходи даже. Тут опасно. Надо сейчас вплотную скорее. Сейчас мы будем отмеривать, отпиливать. Ну а тут рядом костер у нас, вон он где. Все наклонилось. Надо на большие бревна найти, там закопать. И тросом подтянуть и на проволоку закрепить. Они столбы подгнили. То есть все взять на распорке, как электролиния же идет, растяжка, больше ничего нету, не закопано. Ну все гнилое. Ну, нравится ребятишкам сидеть там, есть где. К следующему году готовить. Сейчас тут еще осталось. Там 5 девчонок, да 3 мальчишек. Все уехали. У нас как раз это. Тут увидите торжество. Намечается ровно через неделю свадьба. Вот. Ну а тут ребятишек-то уже я разберу. 2 августа у нас закрытие лагеря. Если бы было много ребятишек, так, ну человек, как раньше было, 70 человек при полной загрузке. У нас доходило где-то в последних числах августа, чтобы только доехали, в школу попали. А сейчас нет, ну, невыгодно. Его баба уезжает, туда не надо ногой залазить, он руками выгребает. Все, пока. Пойдем, нам помогаем. Вот.